С вами канал Алекс Дэн Про, и это второй выпуск «Выживание в деревне». Деревню, как вы уже могли знать из нашего предыдущего выпуска, мы нашли чисто случайно. В ней есть жители, постройки были кое-какие. Мы вот возводим свою постройку, такой вот дом в виде шпиля, да, то есть растет вверх, все выше и выше, такая вот башня получается. Также хотим рассказать вам о том, для чего мы ее построили высокой. То есть она будет выполнять еще и роль маяка, что особенно актуально, если вы затерялись. То есть ночью можно будет выставить максимальное количество чанков, прорисовку, то есть дальность обзора, и увидеть огни этой башни. Также, если вы потерялись, очень ценный совет – это запоминать координаты. А именно – X, Y, Z, то есть расположение в пространстве. Сделать это можно очень легко. То есть нажимаем клавишу F3, и вот правый верхний угол, вот мы видим X, Y, Z, вот чуть-чуть ниже, чем основные там надписи. То есть 33 у нас сейчас, X идет, Y 72 и Z 39. Ну, Z это не обязательная шкала, скажем так. Достаточно только два параметра, X и Y. Z это высота, поэтому особой роли не играет. Она играет роль, когда вы находитесь где-то в шахте, к примеру. Тогда да, тогда запоминайте еще и этот параметр Z. Ну что ж, также мы хотим в этом выпуске еще устроить битву с мобами, а именно переключиться на сложный уровень игры и охранять, защищать нашу деревню от нашествия монстров. Как вы видите, мы сделали еще и ферму, да, вот такую вот там у нас, такая подвесная ферма, крутяк прям вообще, ноу-хау. И забор возвели мы вокруг нашей деревни, пока не высокий, просто такой, чтобы мобы не перепрыгивали через него и не смогли его сломать. Сделали из булыжника. Ну что ж, давайте начнем охоту. Переключаемся на сложный уровень. Настройки, сложность. У нас пока что стоит мирная, чтобы у нас не шестили жителей. Тут есть мирная, легкая, нормальная и сложная. Готово. Вернуться к игре. Ну и сейчас я вместе с балбесиком будем убивать монстров. Все, пошли к выходу. Выход у нас пока что вот тут вот. Мы решили вот так вот сделать. Ну, пока что мы только включили сложный. Их еще, ну, как бы нету, типа. Ну, давай. Идем поищем. Что-то их и тут нет. О, я нашел крипера. Я сдох. И мои вещи там подбери. Я то. Он меня взорвал. Так это другой крипер? Ну да. Я сейчас тогда пойду свои вещи там выжимать. Но я это не могу сделать, потому что тут скелет. Есть крипер, я уничтожил. Забираю порох. Порох круто. Мы сейчас сделаем динамит и будем их же оружием. Трави сидел, пауча. Ух, жестокая охота. Я тогда сейчас возьму себе железка и мою старую кожаную шапочку. Это куда идти, чтобы тебя спасти, куда ты побежал? Ну там, где это, начало деревни еще было. Ну там, где скелет ходит. Где там? Покажи пальчиком вот сейчас сюда, вот, вот так вот.
Ух, ну, в общем, я тогда пошел выжимать, да? Давай, иди, да, я тебя прикрою. Выбегай. Сделаю сейчас себе топорик. Да не надо ничего делать, выбегай быстрее и все. Я пошел. Вышел. Уже вижу зомби и ведьму. Все, нам хана. Ведьма. Ой, крипер, еще один. Мне еще раз взорвали. Все-таки мне сейчас надо взять топорик. А ты там с кем? С ведьмой воюешь? Нет, мини-зомби. У меня... Сейчас мы себе сделаем топорики, да? Ну, чтобы побить их. Я вижу тебя, ты там дома. Сейчас я себе тут сделаю топор и пойду выжимать свои вещи. Только вышел уже там крипер, ведьма. Зомбики бегают. И это сложный уровень игры. Самый сложный. Пошли выжимать. Без брони даже. О, зомби. Сейчас я его тут побил, пока он на тебя заагрил. Я тут топориком выжимаю. Ух, побил. Морковка выпала, что? Это как понимать? Еще сыр. Я его тут уже выбиваю. Ух, убили. Там еще вроде бы была где-то ведьма. Они, наверное, уже пропали. Ну, время же прошло. Ну, я не знаю, почему они пропали. Ладно, новый сделаем. У нас же есть супершахта. Там очень много железа, золота, лазурита и угля. И ну как это вообще возможно? Выпала морковка. Во, тут все наши вещи. Ха, ну тогда давай я тут тебе их скину. Порох, картофель. Так, ну пшеница это моя, нитка у тебя. Гнилая плоть, ну палки мои, да? Так, что, все мудрого, пережили? Фух, еле-еле. Давай теперь. Вроде бы где-то там. Где-то там. Ну, где-то тут, что-то в таком районе. Вроде бы как тут. И что, все криперы что ли сгорели? Они типа сгорают? Ну а что-то не, вообще никого нету. Ни ведьм, ни криперов, ни пауков. Ты давай я. Заломай. А кого ты видел? Траву что ли? Я не знаю, я скелетона вижу. Да. Аж прям опасный он. Ну что он мне сделает? Я его сейчас по-быренькому тут замочу. На, скелетон, получай. Все, я убил его. Кость получил. Собачек. Вот я видел, тут были волки. Мы их можем приручить. Я сейчас зомбаря слышу. Ты не слышишь сейчас зомби, не? Это баран. Ну,
Поесть надо. Во, собака. Где ты там? Ладно, я найду. А овечку, что ли, увидели? Они на тебя сейчас охотятся, да? Ой, я нашел собачку. Не приручилась. Не знаю. Кость съела, но не приручилась. Вроде бы там надо две кости. Первая — это чтобы просто покормить, а вторая — это уже типа приручилась. Ну, это режим игры сложный. И нечего есть. Ладно, пойдем тогда к нам на ферму. Там у нас и есть еда. И поедим. Я тут нам сделал ферму вот такую вот красивую. Посадим сразу же новую пшеницу. Ну, соберем тут сейчас всю вот эту вот еду. Уже морковка тоже выросла. Потом мы еще сделаем картошку тут. Поскольку у балбеса выпала картошка, мы ее потом еще и сделаем ферму. Будем жарить и кушать. Мы потом отдельно раздел сделаем. Тут как бы морковка растет, а там пшеница. Да, у нас тут есть еще сундук и верстак, чтобы перерабатывать пшеницу на хлеб. Ну, как-то быстро прошла эта ночь. Не успели оглянуться. Опа, ночь прошла. Так, тебе там надо поесть? Это я сейчас покушу морковку и сделаю нам хлеба. Сейчас сделаем хлеб и закончим. Ну что ж, и на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, также пишите комментарии. Ну что ж, всем удачи и пока!